На тюбинге катитесь. Ничего, Виолетта, катись. Давай. Мелания не может залезть. Я помню, как в том году кто-то. Зайка, пусть идет вокруг. А, или вот здесь. Милаша, вот здесь легче, вот тут вот, под заборчиком. Так прикольно светится, да? Вот она. И Настюша тут тоже. Чик-чик-чик. Настюш, садись, поедешь. Уехала Настюша. Тормози! Что-то тут Виолетта ехать. Блин, я походу так съехала, что поцарапала себе лицо об эти кусты. Девочки, вставайте! Настюшка, только не ешь снег, ладно? Смотри, смотри. Настюшка, не подойди только с ним. Смотри. Ю-ху! Нормуль! Это кто бросается? Пойдем! Как прокатилось? Супер! Результат! Классно! Да, а послезавтра, да, послезавтра у нас экзамен, да? Все, да, я, короче, покатались мы знатно. А, прокатились с горки. Виолетта сломала каблук. Пошла домой переодеваться. Дети вон. Чем вы заняты, девочки? Они рисуют сердца на снегу и выковыривают серединки. Я, кстати, врезалась прямо в эти кусты. И мне кажется, что у меня поцарапано все лицо. Потому что я прям лицом вписалась в эти вот кусты. А кусты у нас какие-то непростые, а с огромными колючками. Здесь одна колючка просто неимоверной длины. Ну, короче, опасненько, опасненько. Самое интересное, что начинали мы ехать достаточно далеко. Шансов, что мы сюда впишемся в эти кусты, было очень мало, но мы вписались. Смотри. Да, что ты делаешь, бусинка? Я собираю тоже такие льдинки, если нет от голода. Туда кидаю. Это мой белок получается. А ты хоть не ешь такие льдинки? Я бы на ложку вот так вот. А снег? Понятно. А снег не ешь? Нет. Точно? А воспитательница говорила, что ешь. Мама, я не ем. Не обманывает? Мама! А! Сердечко было? Да. Прикольно. Это дети вышли снеговика полепить. Ну что-то. Лепится. Ничего не лепится, рассыпчатый снег. Показать? У нас там наши эти подпопники остались синие наверху. А там дети катаются. Ну, чтоб не забрали, может, наверх пойдем или будем здесь тусоваться. Тут, пусть заберут. Пусть заберут? Ну ладно. Ну это же дети. Ну да. Им нужнее. Ты думаешь? Да. А ты не деть? Нет. Тебе не надо? Я не деть. А Настюша, не деть? Не деть. Не деть? Не деть. Понятно. Настюша, ты ребенок? Да, говорит. Миланя, а ты ребенок? Я не деть. Ну, ребенок? Нет. Нет? Нет. Ты что только сегодня говорила? Я же ребенок. Когда там свои права доказывала. Нормально я вообще. Сейчас кто-то получит просто. Иди лучше я снежного ангела сделай. Милаш. Уже все мокрое. Все, ложись. Давай. Боже мой, какая-то. Помоги! Что это за какая-то это рыбешка, которая выпала на берег? Зайка, ну не так же снежного ангела делает. Ты чего? Ты забыла, как делать снежного ангела или что? Да. Это не снежный ангел. Это какие-то судороги. Настюшка, иди покажи ей, как надо делать снежного ангела. Настюша у нас умеет. Все, ложись. Вот. Вот Настюшка сделала красивого снежного ангела. Давай. И оп. Ой, какой красивый. Сейчас придет и испортит, как всегда. Фу, какая, да? Фу, какая. Сама не может? Да, Настюшка? Настюша молодец вообще. Ноль реакции. Это бы уже пищала, верещала. Видишь? Приятно, когда ломают тебе. Дебань.
Ой, сейчас упадешь на Настюшу! Ты ей обувью своей! Ты ей поцарапала обувью губы. А ты вообще меня толкнула? Я тебя вообще не толкала. Извинись, говорю. Ты меня слышишь или нет? Ты пироги испортишь? Боже мой. Люди, спасите, помогите мне, пожалуйста. Господи. Все, девочки, хватит, пожалуйста. Мама капитулировала. Все, Миланя. Боже, Миланя, ты мне сейчас пироги испортишь. Все, пойдемте. Не трогай ее. А у меня сердечко не получается. Ужла. У меня уже пальцы онемели. Все, пойдем. Пошлите домой уже. Нет, я хочу сердце сделать. Ой. В общем, как-то так. Чуть не сбили папу Даши. Миланя встретила подружайку. Ой, им уже весело. Хохотушки. Зато Настюша. Сама себе. Бусинка, что ты там сама себе? Что-то лепит там. Давай! Давай, быстрей! Ага. Что, Милаш? Что ты хотела? Что ты хотела? Пошли. Понятно. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда.